это бобринная предстательная железа. Она зачем? Ее, значит, нужно замачивать в спирте. До полугода она настаивается, и потом маленькими дозами от ложки, допустим, до маленькой рюмочки в день, как в целях профилактики и тренировки иммунитета. Ну, это такой, на мой взгляд, это много всяких мнений по поводу бобриной струи, да, она лечит и все остальное, поднимает иммунитет. Мне кажется, что это мало ядовитая настоечка. А малыми ядами же порциями можно им тренировать иммунитет. Ну, да. Очень хорошо. Я вот, кстати, с одним банщиком. Гомеопатия. Да, я с одним банщиком в 2015 году мы проходили вот эту ядотерапию. Ходили в горы и собирали разные ядовитые травы. Их здесь много. Цветы ядовитые. И маленькими дозами где-то отвары, где-то просто цветочки кушали. Тренировали иммунитет, укрепляли. А при парении ты какие используешь травы? При парении я использую отвары можжевельника, потом травы доник, полынь. Это у меня более распространенная трава. Ну, на эвкалипте я парю людей. Сделаю эвкалиптовую перину. Застилаю стол. Стол у меня профессиональный, я его, можно сказать, придумал сам. Сделал в нем отверстие, как под типа массажного. Туда задвинул небольшой спецстальной тазик, чтобы в него можно было наливать отвары. С улицы просверлил отверстие и поставил вентилятор. Теперь у меня стол для гостей, которые парятся, с воздухом, который подается на лицо. Вот так. То есть вся